Спецподразделение патрульной полиции ТОР, подразделение Полина по вопросам семейного насилия и расчет спасателей ГСЧС. Столь внушительные силы понадобились работникам службы по делам детей, чтобы в прямом смысле слова освободить своих подопечных. В службе говорят, что семья давно на учете как неблагонадежная из-за матери, злоупотребляющей алкоголем. Вместе со своим сожителем они забаррикадировались в квартире, не пускали сотрудников вовнутрь. В службе по делам детей создали зеленый коридор для того, чтобы не смогли зайти туда и забрать детей, вынести оттуда детей. Родители не открывали двери, родители находились в алкогольном опьянении, в состоянии алкогольного опьянения. Служба по детям здесь. Нету! Надо раз. Я говорю, есть документы, на взятие ваших детей, все. Оно по суду. По суду, да. Есть служба по детям. Где? Интересно, одевать. Если только вчера было. Я говорю, если интересно, тише. После изъятия малышей отправили в детский дом. С ними сейчас работают медики. Из-за равнодушия матери и антисанитарии в квартире медицинские показатели детей, увы, далеки от нормы. У детей, не совсем. У них вши. Они голодные были, и это только мелочь, потому что у них набрали сейчас анализы для того, чтобы поставить, возможно, как-то более расширенную медицинскую картину увидеть. Что вчера произошло, это я называю это спасательной операцией. На следующий день мать явилась в службу и попросила вернуть ей малышей. Но пока она не изменит образ жизни, отношения к детям, их ей не отдадут, заявили работники. Кроме того, район управления службы намерено добиться, чтобы суд лишил женщину родительских прав.